Адекватная Армения. Знакомьтесь, новый глава ВАК. Решением премьер-министра Армении Никол Пашиняна Самбат Гагян назначен представителем Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Армении. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Личность нового главы ВАК вызвала бурю в соцсетях. Многие обвинили его в легкомыслии из-за фотографий, публикуемых на его странице. И это неудивительно, если в центре Еревана поставили огромный памятник гитлеровскому генералу Горегину Дже, который говорил, кто погибает за Германию, погибает за Армению. И он в армянском обществе считается героем. В связи с вот такой идеологией в прогнившем армянском обществе и появляются вот такие выкормыши армянского общества, как вот на фотографиях, такие как Горегин Дже. Пашинян арестовал кровавого генерала Манвела Григоряна, о котором уже многие знают, что он творил в Карабахе, как убивал азербайджанцев, и не только азербайджанцев, но и скармливал людей в своем личном зоопарке. Об этом есть ролики, об этом можно посмотреть. Однако на защиту вот этого Самбата Гагяна стал министр образования и науки Араик Артюнян. Самбат Гагян – руководитель Высшей аттестационной комиссии Армении. Многие страны мечтали бы иметь ученого его уровня, свободного, ищущего и находящего новое. Моя безоговорочная поддержка Самбату. Он вот поддерживает такого фашистика. Уверен, что сфера в скором времени качественно изменится, написал Арутюнян в Фейсбуке. Самбат Гагян также ответил на обвинение в свой адрес, обращаясь к получивший много неадекватных осуждающих откликов фотографии, на которой Гагян изображен в образе нациста, глава ВАК объяснил. Вид фашистов и вид уничтоженных ими евреев одинаковый, и только обстоятельства их разделяют. Считая полностью нормальным со стороны людей, имеющих определенное мировоззрение, не воспринимать способы выражения моего чувства юмора. Тем не менее, желаю обратиться к фотошопу нацистской фотографии, так как в этой фотографии юмора нет, написал Гагян в Фейсбуке. Из его слов следует, что его мировоззрение соответствует нацистской фотографии.